День трудовых династий сегодня отмечают в Самрук-Казына. Несколько поколений работников из 10 регионов страны прибыли в столицу. Среди них есть династии железнодорожников, нефтяников, связистов и даже летчиков. Семейные подряды поздравил председатель правления фонда Умурзак Шукеев. Железнодорожную династию представила семья Сайрамбаевых из Южно-Казахстанской области. Самому старшему из них около 80, а вот младшему нет еще и 20. Все 10 человек – нынешние работники и ветераны железной дороги. Общий трудовой стаж семьи превышает 300 лет. Мы работали, мы не знали, когда приходим в 9 часов, когда закончится работа, если такой-то чрезвычайно нештатной ситуации, мы оставались всегда на работе. Всегда мы работали, к этому относились ответственно. И мы воспитывали своих детей, и сейчас воспитываем. Есть возможность работать, работайте. Это всегда отдаваться будет. Всегда надо видеть тяготы и лишения железнодорожного транспорта. Какой бы труд, чем тяжелее будет, тем слаще будет хлеб.